Привет, друзья! С вами канал Raz Life, и в сегодняшнем выпуске поговорим о том, что правительство Чехии представило новый план снятия карантинных ограничений. В четверг, 22 апреля, правительство Чехии представило план возвращения к нормальной жизни. Да, ребят, наконец-то это уже происходит здесь, так что снятие карантинных ограничений будет проходить поэтапно. Сделали 6 таких себе баллочков, пакетов, другими словами. Решение о переходе на новый этап будет приниматься на основании оценки эпидемиологической ситуации за последние 7 дней по ключевому показателю. То есть новая такая вот будет фишечка. Это фишка количества новых случаев инфицирования коронавирусом в пересчете на 100 тысяч жителей. Грубо говоря, новый министр у нас в Чехии, Петр Аренбергер, придумал свою технологию. Короче, каждая новая метла по-своему метет. План предполагает схему понедельник, четверг, понедельник. Каждый понедельник правительство будет оценивать развитие ситуации и при достижении ключевой отметки инициировать переход на новый этап. А в четверг министры вновь вернутся к данному вопросу и окончательно будут утверждать, то есть подходит то или иное действие или не подходит. То есть переход со всеми условиями и санитарными требованиями. А смягчение карантинных мер уже будет проходить по понедельникам. То есть, ну, далеко не факт, что каждую неделю будет проходить, потому что ситуация может меняться, то ли улучшаться, то ли ухудшаться. Ну, будем смотреть. Значит, основные пункты 6 пакетов приведены в специальной табличке. Этой табличкой делился во вкладке «Сообщество», так что можете посмотреть. Выглядит она вот так вот. Почти все они будут сопровождаться строгими санитарными требованиями, которыми Минздрав сообщит дополнительно. На текущий момент, на 22 апреля, ключевой показатель составляет 177 новых случаев, инфицированных на 100 тысяч жителей. Ну а сейчас переходим к разбору этих пакетов. Значит, первый пакет уже случился, он с 12 апреля случился, когда открылись уже магазины с канцтоварами, детская одежда, детской обуви, то есть уже это все действует. Зоопарки, ботанические сады в ограниченном режиме тоже все это работает. Фермерские рынки под открытым небом тоже работают. Второй пакет будет с 3 мая, то есть ожидалось с 26 апреля. То есть, ну, фишка тут какая, если к понедельнику, то есть 26 апреля, не произойдет ухудшение, то все будет работать уже с 3 мая. Так что здесь у нас уже будут услуги по уходу за телом. Здесь парикмахерские, маникюрные салоны, массажные кабинеты и подобное. За исключением пирсинга и тату-салонов в режиме один на один. Здесь, ребят, важно, и мастер, и посетитель должны будут иметь негативный тест на коронавирус, ПЦР или антиген, а также носить респираторы. Честно, я не знаю, как это будет происходить, за какой счет это будет делаться, то ли бесплатно за счет здравотки, то ли каждый должен пойти сделать этот тест за бабки. Я не знаю, честно, ребят, я не скажу. Если у кого-то есть информация, делитесь в комментариях. Дальше, услуги по уходу за животными. Также будут открываться магазины розничной торговли, то есть наконец-то магазины с одеждой открываются, с обувью тоже, при условии, что средний по стране показатель заболеваемости не превысит 100 новых случаев на каждые 100 тысяч жителей за последние 7 дней. То есть за период этих 7 дней, если новые показатели не растут, то открывается магазин. Рынки под открытым небом с непродовольственными товарами при условии, что средний по стране показатель заболеваемости опять же не превысит 100 новых случаев на каждые 100 тысяч жителей. Санатории, но только для людей, переболевших коронавирусом, то есть уже открываются. Музеи, галереи и другие объекты культуры. И третьему пакету, там нету конкретной даты, опять же, все зависит от этого среднего показателя заболеваемости по стране. Все остальные предприятия сферы услуг, то есть будут открыты, и тут уже будет лимит установлен на свадьбы, похороны, на свежем воздухе, то есть там будет лимит до 30 человек. Четвертый пакет, опять же, без конкретной даты, но там уже новая фишка, когда средний по стране показатель заболеваемости опустится ниже 75 случаев на каждые 100 тысяч жителей. Здесь будут уже театры, концерты, замки, крепости открываются, уличные террасы ресторанов и кафе. То есть, если так предположить, то это где-то конец мая должно быть это все, если так же и пойдет по такой же системе. Отели, пансионаты, но не более 25% вместимости с обязательным предъявлением гостями отрицательного теста на коронавирус. И здесь тоже. Групповые занятия спортом на свежем воздухе, но не более 20 человек. Спорт в помещениях, но в формате 1 на 1 и с обязательным отрицательным тестом. Честно, я не знаю, как будет в школах это происходить.
Ну, детям и так делается тестирование, поэтому там проблем, я думаю, с этим не будет. Но один на один, не знаю, как будет там 25 человек в классе, как один на один с одним учителем это будет происходить, не могу себе представить. Пятый пакет, опять же, без конкретной даты, но тут уже 50 человек, то есть 50 случаев на каждые 100 тысяч жителей. Минздрав предполагает, что это произойдет в июне, в июле аж. И там открываются бассейны, сауны, wellness-центры, но опять же с отрицательным тестом, кинотеатры, театры и концертные залы во внутренних помещениях, внутренние залы ресторанов, но опять же с обязательным тестом. Спортзалы и спортивные состязания во внутренних помещениях, опять же с тестом. И там лимит свадеб и похорон увеличен до 100 человек в помещении и до 250 человек на свежем воздухе. Короче, в июне, в июле, если все опять же пойдет на спад, можно будет ходить уже в рестораны, но с тестом. Где его опять же брать, за какой счет это все будет происходить, я думаю, все будет известно чуть позже. Ну и шестой пакет, ребят, это опять же без конкретной даты, когда будет 25 случаев на каждые 100 тысяч жителей. Тут уже смягчение масочного режима и других карантинных мер. Подробности Минздрав сообщит позднее. Так что, друзья, вот такие вот новости, которыми я хотел с вами поделиться. Делитесь своим мнением, что думаете по этому поводу. Сработает это, не сработает. Ну, а мы уже увидимся с вами в следующих выпусках. Так что всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.